Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терешков посетил Центр управления регионом в Люберцах. Он провел совещание по вопросам вакцинации от COVID-19 и работы волонтерского штаба «Единой России». В первую очередь обсудили степень информирования жителей округа о возможности сделать бесплатную прививку от коронавируса. Разъяснительную работу с населением проводят сотрудники администрации, медики и депутаты. Волонтеры продолжают оказывать помощь людям, находящимся в группе риска. За две волны пандемии, это март-июнь, частичное лето и октябрь, и в сегодняшний день мы оказали помощь 4276 человек, которые оставили нам заявки на помощь. Это доставка продуктов для людей, находящихся на самоизоляции, доставка рецептурных лекарств, обычных лекарств из аптек. Какие-то мелкие бытовые вопросы.